Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Юра Чдони и Димка Федоров, и сегодня у нас продолжение битвы автоугонщиков GTA 5. Ребята, всем привет! Всем привет, дорогие подписчики! Что ж, мы, ребята, с вами вновь находимся в районе Сэнди Шорс, где будем прятать тачки. Дони, как всегда, зажигает. Опа! Оу, молодой. О, все, смотри, помогло. Да, ребят, в общем, прямо сейчас мы спрячем машинки в Сэнди Шорс, и после этого мы уже к вам вернемся. Так, ребят, первую машину я поставлю вот сюда, вот в заброшенный дом. Ну и давайте мы спросим у Алисы номер автомобиля. Назови число от 1 до 500. 25. Это у нас Toyota Prius такси. Вторую машину я спрячу вот здесь в кустах. Назови число от 1 до 500. Число 142. Это у нас Audi R8, между прочим. Вот это, ребят, офигенная тачка. Третью машину я поставлю вот сюда, вот под крышу. Назови число от 1 до 500. 127. Это у нас Aston Martin Rapid. Ну и последнюю машину, ребята, я поставлю вот сюда, вот, наверное, вот в эти вот кустики. Назови число от 1 до 500. 125. Это у нас Honda AS2000. Ну что, ребята, машину мы спрятали, ну я думаю, что можно уже начинать. Где моя? Зараза. Ладно. Так, секундомер. Так, ребят, секундомер я забыл поставить, поэтому сейчас я поставлю секундомер сначала. Так, давай, и все. Время пошло, парни, время пошло. Так. Все, хорошо. Так. Ребята, у нас сегодня есть. Сколько? 12. А, окей. Кажется, что никто не ставил вообще в этом городе. Возможно, кстати, между прочим. Так, ясно, здесь пусто. Не был уверен настолько. Хзы. Мне кажется, даже нет смысла сейчас здесь кататься, да? Ну, мне кажется, ты сейчас байтишь, нет? А сам ездит, в каждый угол заглядывает. Да-да-да. Смысла нет, говорит Диман. Вот, ну не знаю даже, ребята, не знаю, пока ничего не вижу, абсолютно, вот, ну, да, верим. Вот, на самом деле, когда на территории слишком много объектов, прям глаза разбегаются, и да, ты не да, понимаешь, да, да, куда да, ехать, да, что да, делать вообще. Это как на ярмарке какой-то, вот там, я не знаю, побрякушки всякие висят, вот ты постоянно, ой, хочу, 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 и вот то же самое. Диман в детстве, короче, я понял. Так, а кто там бегал, я не помню. Я тебя видел. А, ну я такой на пантерс. Да, на понтах, на пантах. На понтах, на понтах. Что-то как-то вообще не густо. Что-то вы, я так понимаю, здесь... Давайте просто по-честному, вы здесь ныкали машину в этом городе? Давайте по-честному, где лодки? Я только что хотел на лодку перевезти, поплыть, а их нету. Да, все, они уже плыли без тебя. О, я кого-то вижу. Донни не решил ставить машину на мое место, где он ее нашел. Да, там пока ныкал, нашел, да. Сколько? 12 машин, да, всего лишь, и 8 на выбор. Да, так, Донни летает, хорош. Это ботовская? Ну, это ботовская, не буду ее трогать даже. Так, господи, здесь тачки нынче нет, окей. Да, помню, было. Нормально. Он просто со всей дури на джипике мое панта снес. Тихо. Блин, еще панда такая машина, которая просто переворачивается. Минус Димка, понятно. Не, я нормально. Мне интересно, возможно ли такой, как бы такая ситуация возможна, чтобы мы вообще ничего не нашли? Я Астон Мартин нашел. Бляха, муха, это мой Астон Мартин, видимо. Я уже сел. Да ладно, вы там друг друга, что ли? Это что вообще, как назвать-то, а? Юрчик у Димы украл, что ли? Он поехал за мной, припарковал мою панду, короче, придавил его и, короче, перепрыгнул в это. Красавчик, нормально. Нормально. Вот так работают настоящие профессионалы просто. Я, короче, не знаю, я всего лишь снимаю там третью серию, но и как бы такое. Пробей ему по крышке за это. 15 лямов, короче, куста. Пиздец. Так, ну что-то. А что так вообще ничего нету? Алло, пацаны. Панта вообще не едет. Панта хорошая тачка, не надо. Не для оффроуда, скажем так, машинка, конечно. Не, после, короче, предыдущей серии, я так понимаю, что нужно все места смотреть, потому что, ну, вот такие. Ну да, да, да. Нашел первую. Чего? А вот не скажу, чтобы Диман не забрал ее. Диман нам проехал прям. Над ней получается. Да. Да, я уже сажусь, все, забрал. Так, хорошо. Ну неплохо. Лысый доволен, все хорошо. Лоб я пошел. Ни хера не доволен, ты мою Астон Мартин украл-то, а? Надо было орать, я бы его не заметил, может быть. Нормально, у вас такие терки. Ну это твои проблемы. Видишь, стервятник настоящий. В деле. Текст, ну короче, я вижу первую тачку, конечно. Стервятник. Конечно, это не Астон Мартин, пацаны, я уверен, но тоже неплохо.
Это какая? В любом случае, любая машина, это уже неплохо. Блин, да у меня она вообще не едет, ёпта мать. Я уже по всем, блин, езжу полям. Так, я так понимаю, надо заглядывать прям везде. Я тупо даже не вижу, куда еду, я тупо смотрю, короче, по всем сторонам и обрезаюсь. Давай! Лишний раз врезаться тоже такое себе. Так, все, короче, я почти подъехал уже на первую машину. Пацаны, я прицеп от комбайна нашел, по-любому дорого стоит. Прям по-любому. О, к нам ворвался вжух-вжух, мы пока записываем. Вжух, привет, да. Да ё-моё, нету вообще ничего, да ладно. Так, ну первую машину я привез, окей. Блин, да как? Так, первую привез, хорошо. Я думал, Астин Мартин мой будет. Ну, я тоже думал, но он стал точно моим. А прошло, ребята, уже тем временем 4,5 минуты, понимаете? Нормально, в принципе, нормально пока что. Есть о чем задуматься, но, в принципе, пойдет. Так, я, пожалуй, сменю транспорт. Срочно меняю транспорт. Я до сих пор на панте еще катаюсь. Это вообще меня не особо это все радует. Там еще и панни зашел. Блин, я клевые места нашел такие, но что-то это прям этот. Так. Ну, короче, я хочу вам сказать, что... Я просто нычек особо не знаю, как бы здесь, если так уж по-честному. Ну, да, не хватит за мной ездить, ты задолбал. О, это опять ты здесь? Это ты, именно я. Здорово. Чё найдёшь на этот раз? Чё найдёшь, говори, да? Это, блин, это такой себе. Так, я... На ботовскую похоже. Мне интересно, кто-нибудь вот здесь вот... Да, это я просто перед тобой только было. Ой, я упал. Вставай! Грув Стрит Холм, вставай! Донни бегает здесь, чё ты здесь бегаешь? Я пытаюсь сесть на ломотик. Короче, потом, пацаны, я чисто молчал, я думаю, вы понимаете, почему я молчал. Это твоя шербеха была? Нет. Понятно. Но я не хочу пока ее брать, она такая дешманская. Чё? Ну там точно моей нет машины. А вообще там как бы не беха была. Нашел вторую! Да кого? Вот это тачка, пацаны. Вот это тачка, молодые. Это мою на. Это not bad. Это хорошо. Альфа, она тоже хорошо стоит, вот, ребят. Диман, как там у тебя дела, расскажи. Я нервничаю, я просто врезаюсь уже во все подряд. Я не смотрю, куда еду, я тупо еду куда-то, хотя бы чтобы что-то. А как тебе выехать? Кстати, жесткая для меня рубрика. Мы первый раз, когда снимали вот эту вот местность, да, то есть у нас у всех такая паника была, мы очень. Да. Поэтому, Диман, снимай с нами почаще. Будешь в курсе всех нычек. Я просто, знаете, я сейчас терплю, чтобы не матюкнуться. У меня просто горит очко. Я уже сколько раз проехал, вы уже, блин, по две тачки нашли, а я нихера не нашел. Бамбалейла, бамбалейла. А, нет, вроде. Тем временем прошло уже почти 7 минут. Сколько? Ну, уже заканчивается 7-я минута. Что такое себе, слушай. На самом деле, я сегодня прятал очень хорошие тачки, потому что я Алиса выбирала очень хорошие машинки сегодня мне. Вот, но я их так спрятал, что, не знаю, вы должны их найти. Да пиздец. Боже мой. Я уже которую тырю. Гольфкар, пацаны, я сел на гольфкар. Да нихуя я не тырю, я, блин, еще ничего не нашел. Я у вас Мартин нашел, который пусты взял меня. Это, конечно, я вообще орал. Порша! О, это, видимо, Димана, да, машина? Порша, иди ко мне. Хорошо, Астон Мартин, Порш. Мне бы еще блин, но это, конечно, это не то, что у меня, пацаны, это не то, что у меня. А мотоциклы ставятся? Ну, мы их не ставили вроде как. Пацане этого, интернет-магазина можешь, да, брать. Да ну, нафиг, я офигею, пацаны, я просто уже вернулся от отчаяния обратно в предыдущий город, но что-то, мне кажется, здесь нихера нет. Но там есть, там я прятал в том городе в первом, если что. Я, кстати, тоже прятал, и там как минимум стоит тачка за 15 лям от меня. What the fuck, в смысле? 15 лямов. Это полицейская, что ли? Кстати говоря, она стоит тоже дофига, поэтому бери. Нормально, так, подожди. Если проеду, не проеду, я понял. Знаете, я потом покажу вам, где мои машины стояли, вы прибалдеете, я вам отвечаю. Я уже прибалдел от того, что я ничего не нашел еще. Блин, сколько там времени, а? А прошло уже 8,5 минут. Я просто байк. Я, короче, не знаю, я катаюсь уже, в принципе, там, где нет, точно ладно. Должно что-то быть, но что-то прям нет. И находишь свои машины везде, только, да? Либо были тачки, но что-то вообще ничего нету. Может тут?
Здравствуйте. Нашел? Да. Что нашел? Я Бэху нашел. Бэху? Ну, наверное, потому что у меня не было Бэха. В принципе, Porsche, Бэха и Aston Martin. Не, у Юрчика вообще хорошие сегодня тачки, вообще просто бомбезные я тачки. Я забирал, плюс я еще одна Бэха знаю, где стоит, но она, блин... Твоя. Нет? А, ее угнали, окей, ее угнали. Хорошо. А-а-а. Да где вы их прячете, я не понимаю. Где-то здесь. Что за пиздец? Там далеко-далеко. Чего найти? Да, ну, кстати, надо кататься, короче, прям везде по нычкам. Так я везде катаюсь по нычкам, блин. Не, будет офигенно, если Димон сегодня ничего не сможет найти. Я просто не знаю. Вот у меня одна единственная была, и то, короче, стыбзили ее. Чудо вообще сегодня не мой день, я явно. Дони мои тачки стырил. А ты Димона, видимо, да? Вообще пустой, что ли? Да вообще пустой, отвечаю, блин. Я горит уже как. Порш твой красный? Да. Вот в районе этого Порша тоже тачка где-то была. Ну, конечно, не скажу, что она дорогая, но она была. Я еще которые пытаются смотри, какие жанры. Сразу, чтобы, да, чтобы одну, ну как бы да, там просто какой еще остается вариант. Так, а что по времени? Прошло 10 пацаны. Подстаки прошло уже 10 минут, понимаете? Серьезно? Да? Так, мне бы еще одну найти. Я не буду тогда юлить, кататься, кироверпить. Мне бы еще одну найти. Блин, это даже в гараже Тревора. Чё это? Штук. Я нашел. Ну, блин, конечно, это не совсем круто, я вам скажу. Но я нашел еще одну машинку. Чё за машинка? А, пикапчик. А, мой поход нашел, да. Про которого Димон говорил. Обломал пацана. Да? Нет. Юрчик, здорово. Здорово. Ладно, я забрал уже, чтобы 100% было три машины. Это просто все, и я ничего не вижу. Я не могу ни одну тачку. Будет офигенно, если реально будет такая ситуация, что Димон ничего не найдет. Это будет вообще просто эпик фейл, как бы, ну. Ты хотя бы панта забери, братан. Какой панта? У бота хотя бы что-нибудь забери. Просто кредит того, что как бы я уже мог победить. Ну все, уже осталось 11 минут. Ой, точнее, прошло 11 минут, поэтому, парни, го на финиш уже потихоньку. Короче, ну не знаю, моя тачка самая дорогая, может не самая дорогая, она, короче, была возле старта, неподалеку у нас. Так я там все проехал. Точнее, все. Тони, здравствуй. Здравствуй. Блин, конечно, я еду на пикапе, который вообще не управляется. У тебя классная бэха, она стоит 1000, наверное, 600 от силы, но ну, да, прикольная да. Бэха. Ну хотя бы копеечку. Осталось 40 секунд по цике, поэтому... Да, это все, это просто... Габыло. Это просто, я не знаю. Вот единственный Астин Мартин мой был, который я встретил, я понял, что не, я, конечно, вообще орнул. Димон такой, вау, он нашел. Потом такой, Юрчик такой, вау, забираешь, что вообще? Так, ну осталось как раз 10 секунд, и все, я приехал. О, Юра, да, Юра Вин сегодня, скорее всего. Ты что, мужика, с бутылкой? А у этого пикапа нет тормозов. Да, все, уже время прошло, все. 2-1-0. Че, Димон? Что нашел? Давай прокатимся вот на... Давай. Димон, ну, давай, прыгай на нас. Нашел? Это, мне кажется, намного интереснее Димону посмотреть, какие тачки будут. Так, давай, короче, давай, Юра, показывай свои машины. Да, понятно. Короче, вот здесь стоял гелик в бассейне, грязный такой. О май гад! Но, ребята, здесь 12-15 лямов в нем. Да, окей. Давай, теперь я покажу. Короче, там чисто... Ну, ближе надо подъезжать, чтобы... Так, теперь, короче, мои тачки садитесь. Так, меня нашли всего одну. Да ладно. Три мои не нашли. Первая, как я и обещал, стоит в первом городке, а именно вот здесь, вот. Это Prius такси. Господи. Так, вторая тачка у меня стоит вот здесь, во. Чекайте. Ну нормально. R8. Это что, R8, да? Да, и последняя стоит у меня вот здесь, вот справа, Honda S2000. Понятно. Так, ну, неплохо. Диман, твои все нашли, нет? А, ну, нифига, ну, нормально. Хорошо стоит, суперски стоит, я бы сказал, ну, кстати, даже, прикольно. Угнал, да? Да. Окей, парни. Они нашли. Я, кстати, про Юру, почему я ржал? Вот тут вот стоит одна тачка моя. Вот еще одна, я понял. Это у нас Mazda, как она называется, MX-5.
MX5 вроде бы, да, вообще. Окей, ребят, давайте быстренько посчитаем их цены, хотя бы примерные, после этого мы уже к вам вернемся. Окей, ребят, ну что, мы посчитали цены наших машин. Давай, Димон, начинай. У Димана, короче, сегодня нолик. Хорошо начал сегодня. Окей, ребята, у меня сегодня такие дела. BMW X5 стоит 2,4 ляма примерно. Альфа стоит 4,2 ляма. А Сильверадо старенький стоит 900. И в сумме получается около 8 лямов. Вот. Серьезно? Да-да-да. Я, если честно, думал, что Альфа стоит подороже. Ну, я нашел такую цену, да. Здесь понятный ВИН, короче, можно посчитать. 911 GTS стоит 14 лямов, Aston Martin Rapid стоит 15 лямов, ну и Бэха, короче, М5-я старенькая, 850 тысяч. Короче, нормально. Лямов, ребят, охеренно. Нормально, да. Ясно, ребят, давайте быстренько проведем драк, да, Димон, короче, так как у тебя машин нет, давайте мы выберем, короче, из наших. Я беру, наверное, Альфа Ромео. А ты бери себе, Юрчик, из своих машин, какую хочешь. Я, наверное, Бэху возьму. Так, а Димона что дадим? Что хочешь, Димон, выбирай. А, выбирай, давай, Димон, окей. Ребят, полетели на драг рейсинг. Ну что ж, ребят, финишная прямая уже готова. Кидай гранату, Донни, и погнали. Я впервые не бью стекло, потому что у меня ростер. Ну да. Так, Альфа! Читерский, да? Читерский говорит. Читерская Бэха. 911 все равно мой, так что, в принципе, как бы я все равно выиграл. Так как Дима нас проигравший, типа я ему колеса пробил. А, нет, окей. Окей, ребят, вот такая сегодня получилась угарная серия. Сегодня впервые у нас получилось так, что кто-то машину не нашел. Ты сегодня оказался Димон. Да. Всем удачи и всем пока-пока.